Какой-то сценарий для рилса написал, что должно быть, нарисовал там какие-то идеи свои, да, как это примерно должно быть в голове. Потом бабах, так зашел, отснятый видеоматериал, бах, хопс, добавил сюда же. И все. И тут же я, например, в реальном времени смотрю. Ага, это так, так, а здесь? О, нет, блин, давай-ка вот так вот поменяем, да, допустим, местами. Одно с другим. Хопс, так, раз, чик. Второй кадр мы меняем. Допустим, второй кадр мы меняем. Хренак сюда перетащили. Этот кадр. Раз, сюда перетащили. И так далее. То есть здесь можно играться. Понятно, что здесь можно 2-3 кадра наснять. Потом проиграть, так это примерно сказать, не, давай-ка я пересниму вот этот кадр. Это не так получился. Или переделать. Тут же идеи такие. Раз ты, ага, блин. Так, вот это. Так. Удалить это. Добавить это. И так далее. И вот так вот то же самое здесь. Любые файлы прикладываются, получается. Хочешь там какую-нибудь экономику посчитал, там, ага, джик-джик-джик, там, троп, хап, чик, ап, добавил файл, бабах. Что-то долго добавляется. Что там? Ну, короче, файлы тоже сюда также добавляются. Легко и так далее. Вообще бомбовская вещь, то, что и нужно было. И все это очень мощно с Todoist'ом все синхронизируется. Не знаю, можно прямо отсюда ссылку на Todoist бахнуть. Ну, да, вот все отлично вроде получается. И здесь ссылочка делается. Так, раз мы написали... Reels сделать. Ну, тут не Reels получился, а Rip. Опа. Чик. Хоп. Заходим в Todoist. И он тут. Где он тут сделает рилс? Эй! А я его сохранил-то? Ну, давай еще раз, ладно. Reels сделать 2 и далее. Может, надо было не далее нажать, а типа там сохранить. Ну, сейчас посмотрим. Вот он есть, получился. Видишь, как он хорошо преобразуется сразу такой. Shareboard are only available in freedom. Хорошо. А, вот они, две эти создались не так быстро. И все, я тут кликнул сразу, и отсюда. Чуть появился сюда. Круто, круто.